потому что я украинец. Я требую нового адвоката. Хочу, чтобы меня защищал украинец. Какого адвоката? Хочу того, которого мне выделил Народный Рух Украины. В Киеве, он живет в Киеве. Хорошо, подсудимый, предъявите суду соответствующую бумагу, чтобы мы могли связаться с этим вашим новым адвокатом. Спрашивайте. Я говорю, у вас есть интересные вопросы? О, у меня? Ну, я сомневаюсь. Ну, вы скажете, офигеть, сказали, типа того, так... А чего офигеваете-то? А, неважно, даже то, что у меня не было эмоций, это даже неважно. Ну, я понял вас. Ну, хорошо. А вы о чем беседуете в рулетке? Мы... Да как я о всем, кроме политики. А, ну, обо всем. А юриспруденция беседуете? Вы кто по образованию? О, это что значит, извините, не знаю. Ну, юридически есть у вас знания? О, к сожалению, сомневаюсь. Ну, а сомневаюсь. Хорошо, кем вы работаете или кто вы по образованию? Я вообще бармен. Ну, вот что в этом будет. А, ну, да. Знаете, чем отличается спирт от алкоголя? Спирт от... Ну вот, такой вопрос по вашей профессии. Вы же связаны, да, с алкогольными напитками? Чем отличается спирт? Ну, наверное. Ну, не знаю, расскажите, я жду вашу вариацию. Рассказываю. Потом... Частное и общее, как яблоко, фрукт. Спирт общее, алкоголь частное. Спирт это, вернее, алкоголь это частный вид спирта, именно в котором одна функциональная группа OH. А питьевой спирт, который легально употребляется, это только один вид алкоголя, а именно этанол называется. Раньше то он назывался этиловый спирт. По сути, спирт и алкоголь различаются тем, что алкоголь – это авторский спирт. Алкоголь – это частный вид. Допустим, есть такой спирт, как вот применяется в жидкостях для омывания стекол. Этиленгликоль – это спирт, но это не алкоголь. Или есть такой спирт, глицерин. Это спирт, но не алкоголь. А алкоголи – это метанол, этанол, пропанол и так далее. Питьевой спирт, который не яд, это только один. Это этанол. Вот такие новости. Я понял вас. Вот это вам будет полезно к вашим знаниям. Ну ладно. Полезно, да. Да, ладно, да. Если вопросов больше нет, всех благ. Вы пьяны? Прошу пройти на пробу Рапопорта. Через Хрома, а то я смотрел, он неактивное окно было, я что-то перепутал в Мозиле. Ну неважно. У тебя какие-нибудь вопросы есть, какие-нибудь интересные? Ты о чем беседуешь? О чем беседуешь, дед? Что, не понял? Говорю, о чем вы говорите, дед? Я говорю на научные темы. У тебя какое образование? А свита, по-вашему? О, вы даже знаете, что такое свита? Дякую вам. А что не знать-то? Я вашу мову в школе изучал. В какие школе? Ну, в средней школе. Тебе номер, что ли, сказать? Зачем он тебе? В средней школе. Ну, ладно. Окей. А что за памятник стоит там? Какой памятник? Это картина. Александр Второй. Так у тебя какая свита? Какая свита в тебе? Выше. Ну, я ж не спрашиваю уровень, левел, а я спрашиваю, может, юридическое, может, гуманитарное, может, техническое. Техническое. Ну, а конкретно кто? Электрик, механик, строитель. Строитель. Ну, если выше, простейшую производную, по-вашему, будет похидна, если не понимаешь, что такое производная по-русски. Сможешь взять? Допустим, от 3 в скобе.
Еще раз повторите. Простейшую производную сможешь взять 3х хуя по dx. Если что, производная на вашей мове будет похидна. Может, тебе непонятно слово производная? Не, непонятно. Следующий вопрос. Давай. Президент, а можете выбрать? Что выбрать? Президент, а можете выбрать из 5 похидных? Нет, нельзя. Похидная — это математика, а президент — это геополитика. А, красава. Еще, может, какие вопросы есть? Не, не, Кнума. Понятно. Давай, have a good day. Смотрите. Что, не понял? Ну, на всякие смыслы разные. А что смотрите? Да я ничего, я спиной сижу, это для зрителей. Виды города в данном случае идет. Слайд-шоу. Для чего это такое? Виды города. Ну, сейчас флаги пошли, вот только что были виды города. Сейчас виды города снова будут. Ну, вы-то на какие темы беседуете? Ну, не на русском. Ну, есть вопросы какие интересные? Конечно, что нет. Ну, задавайте. Хорошо, сейчас задам. На столе стояло 7 свечей. 3 из них подгорели. Вопрос. Сколько осталось на столе 7 свечей? Вас так, вы так добежите, что ничего не слышно. Микрофон поближе возьмите и повторите. На столе стояло 7 свечей. 3 из них погасли. Ну, сколько осталось на столе свечей? 3. Не 3. Ну, 3 было. Я просто не расслышал. Значит, 3 осталось. 7 стояло. А, значит, 7 осталось. 3 из них погасли. Ну, осталось оно 7, 3 погаши. Глупый вопрос. Я вам могу вопрос вообще задать. Это вопрос на логику. Да, ну вот вопрос он вам на логику другой. Системная единица измерения веса какая? В системе Си. Ну вот, допустим, системная единица измерения длины — это метр. Времени — секунда. Вы не дали мне ответ. Да, отвечайте. Вы не дали мне ответ. Я вам дал ответ. 7 свечей осталось. Было 7, 3 погасло, все равно 7 осталось. 3. Почему 7 стало? Потому что 3 из них погасли. Потому что 3 из них погасли, они все равно остались. Так сколько ответов? 7. Не может быть такого. Ну, может быть, это известная загадка. Свечи считаются... Сейчас все свечи считаются. Знаете, как в дворовом футболе, сейчас все руки считаются. Так и тут. Ну, 7 стояло, 3 погасло. Подумайте сами, логика, где ваша. Сколько было, столько и осталось. Погаши тоже считаются. Ладно, вы из-за по кругу. Не может быть такого. Вы пьяны? Прошу пройти на пробу Рапопорта. Хайдих. Ukraine has to be split up. Слава Украине! А почему свет? А почему свет? Подожди, стоп. А почему свет? Не. А вы за Россию, да? Да? Что за Россию? Я за Торонто Мейпл Ливс. Хорошо, Торонто. Да, это ж... Не, вы за кого? Не, мы не политика, нет, вы за кого просто? Мы не будем... Ну за кого? В чем? Вы за кого? В футболе, в хоккее, вы за кого? Суть в чем? За кого вы? Мы не за политику.
Ну, если географически, я за независимую слобожанщину. Что ты трандишь? Что ты говоришь? Ну, он спросил, я отвечаю, за независимую слобожанщину я. Вот, непонятно. Подожди, стоп. Ну, спрашивай. Ты крутой, подожди. Ты крутой. Ты крутой, ну, да? Ну, нормально, да. Ты откуда? Я же сказал, я из Канады. А, ты из Канады. Да, ну я из Украины. Подожди. Ты из Канады, ты сказал, из Канады. Я думал, ты с этого. Слушай, так у тебя ж там хоккей там, да? Все. Всех да. Уже ебали. Да. Всех ебали, все, да? Все. А Челси, когда уже американцы-то ебаного заебут? Какой? В смысле, какой ответ, нахуй, ебать? Это Украина, это страна. А меня страна не интересует. Город меня интересует, какого-то города. Одесса! Ну так и сказал бы, а то Украина. Одесса это конкретно. О чем беседуешь? Может, тебе вопрос интересный есть? О чем беседуешь? А Украина это что, не страна? Страна. Меня интересует, в каком ты городе, а не в стране. Ответил Одесса, молодец. Меня интересует, в каком ты городе, а не в стране. Ответил Одесса, молодец. Есть тебе вопрос? Что же в Канаде? Ладно, у тебя задержка. Репчик свился. Да. Но мама говорила, что они не поднимут трубку. Ну, куда не поднимут? Если есть такое мгновение, то можно поговорить. Можно. Есть вопросы? Я слушаю вас, пожалуйста. Да, я вас слушаю. Вот, у вас на стене очень красивые картины. Картины людей, которые когда-то были очень знаменитые. Совершенно верно. Есть какие-нибудь вопросы? Я не хочу с вами спорить, потому что я вижу, что передо мной человек, который много прочитал в библиотеке. Но, извините, да. При чем тут вы к Украине? А я что, говорю, что я к Украине, что ли? При чем? Я это что, утверждал или что? Или говорил? Если вы говорите, что вы не при чем... В Украине, то нам нечем вас вами разговаривать. Извините, пожалуйста. Да, пожалуйста. Хорошего вечера. Всех благ. Ukraine has to be split apart. До свидания. А за себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские – это какой, чей отвечает? 17 гривен килограмм оказалось. Ну и что килограмм, из этого? Ну как? Килограмм. Это не очень дорого. 17 гривен килограмм – это не очень дорого. Вы... И вообще во всем мире яйца меряются в килограммах, а не в штуках. Вы что, издеваетесь, что ли? У нас в килограммах измеряют. Вы что, издеваетесь? Есть мелкое яйцо, есть крупное яйцо. Ну, и все равно. Разные. И цена все... разная. Игорь Вадимович. У мелкого яйца одна цена, у крупного яйца другая цена. Правильно. Ну, а если взять их килограмме, если взять их за килограмм, это будет универсальная цена. Ты черный жопа. Мне не нравится черный жопа. Ты черный. Наверное, зря жалел Деникин хама. Их надо было брозгать да плетьми. А вот теперь ни воинство, ни храма. Демократия помойки. Моду на морай. Мне наплевать, а сердцу горько. Еще раз зафиксировали, Петр. Зафиксировали то, что я сказал. В Татарстане нету ни одной школы с татарским языком обучения. Это факт. Это факт.
Вони ж передали. В 1922 році. Воронежська область. А в 22-му году Львівська область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не было еще? Ну еще в соседней стране. 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Каркашовський був. Ми зробили українському народу чоловік. Віталець! Україна, яка розсозна групу кримічку. Будет только Харьковская власть. Но ты мне у...